Тяжелые машины тянут тысячи нитей, а они словно лучи света создают полотно реальности, ткань жизни, легкость бытия. Текстиль из воздушного хлопка делают на Тиратексе. Это одно из предприятий легкой промышленности в Приднестровье. Еще со времен Союза в Тирасполе большое производство, а сейчас одно из крупнейших в Европе. Тут придут, ткут, занимаются отделкой ткани авторских дизайнов. Всюду новые технологии, тысячи рабочих мест. Пожалуй, в каждой семье в Приднестровье есть постельное белье от Тиратекса. Знают его и в более чем 30 странах мира. «Адема» – тоже столичное производство. Швейная фабрика носит имя Валентины Соловьевой, директор, которая прославила предприятие на весь Союз. Одна из первых в советское время применила компьютеры на производстве. Соловьева – это и история Тирасполя. Ее инициативы – первая троллейбусная линия в городе, жилье для работников фабрики, здание Дворца Республики. Сейчас «Адема» шьет для «Армани» и других европейских брендов. Фабрика в системе дуального образования. Швейному делу здесь учат сразу на практике. Если в Тирасполе больше шьют одежду, в Бендерах делают обувь. Софт-шуз, флуари, тегина. Модели и сырье европейские, туфли, ботинки, сапоги нашего пошива. А в тапочках флуари махнуть и в Милан можно. Кстати, мы так делали. Помните? Лига чемпионов и шериф на Сан-Сиро. А вот еще список. Интерцентр «Люкс», «Вестра», «Рыбницкий трикотаж», «Терри-Па». Производство и филиалы по всей стране. Вклад в экономику, радость для покупателей. А где их только нет. Ткани, обувь, одежду из Приднестровья везут в Европу, Россию. Легкость бытия с теплом приднестровского солнца, любовью к труду, сотканная добрыми руками для страны и мира.